запах, ну это отдельный разговор. Запах свежескошенной травы, полыни, такой горьковато сладкий запах. Это не передаваемо. Нельзя передать вкус, нельзя передать запах. Это все нужно испытывать, ощущать. Дорога проходит по пересеченной местности, подъемы, спуски, равнинная часть. Местами ровная, как стрела, местами это видно на видео. Повороты, левый, правый. Я вот обратил внимание, в Удмуртии, ну и в других городах, автомобилей с московскими регистрационными номерами 3 семерки, 2 семерки, ну и так далее, 197, 750, это область, 50, в общем, московского региона и области больше, чем, наверное, местных автомобилей. Ну, ребята покупают автомобиль, допустим, в Москве, ставят его там на учет, получают номера и катаются дома. Зачем это сделали, не знаю. Какой смысл тогда вводить вот эти номера, региональные номера? Вот мы уже второй день двигаемся по трассе М5. Если посмотрите мои более ранние видео, там 3-4-летней давности, вы увидите, насколько в лучшую сторону изменилась пятерка и М5. Средняя скорость вчера за день получилась что-то около 70 километров. Но большие потери были на объездной Рязани. Простоял там, наверное, час с лишним. А так движение свободное. Где какой день недели, честно говоря, я не помню. Ну, по-моему, еще рабочая неделя. Так, все равно, что-то пока.
Thank you.
Thank you.
Так, проехали в Сызрань. Остановился заодно. Заправился. Поменял карту памяти. Приготовил кофе. Продолжаем движение. Помыл стекло заодно. Ну, сколько проехали? Полтора дня уже в движении. Ни одного мошенника с печатками, с цепочками пока еще не видели. июня по каналу ТВЦ передачи «Осторожно, мошенники», сами мы не местные, были показаны фрагменты моего видео о мошенниках на трассе. Позвонила, вернее, написала письмо редактор программы Светлана Гришина. Гришина. Ну, фамилию точно не помню. И попросила разрешения использовать в передаче фрагменты этого видео. Я ответил, что можете использовать любое видео с моей ленты, потому что эти видео о мошенниках на трассе и прочее снимались исключительно с целью как можно больше людей проинформировать о том, что их может ожидать на трассе. Кто-то из вас уже эту передачу видел. Некоторые подписчики эту передачу уже видели. Анонс, по крайней мере. Вот этих мошенников я уже в этом году, вернее, не встречал ни разу. Ни разу. Ну, может быть, повезет. Встречу. Разыграю небольшую сценку. Видеокамера на готове. Остались мошенники только. Ну, они закрыли этот вид деятельности на трассе. Я думаю, что-нибудь новое. Так что я или звезда, мои семейные прикалываются надо мной.
встают, начинают кланяться, или звезда заходит. Немного о товарах из Китая, которые я покупаю на eBay, там, Alibaba, как это еще называется, Best, какой-то магазин. Это в 3-4 магазинах в интернете я отовариваюсь. Про кружку, которая перемешивает кофе, сахар. Ну, тут я уже говорил, более-менее вы в курсе дела. Теперь о очках. В этой четвертой серии, вот до настоящего момента я ехал, надевал поляризованные очки. Не замечаешь, есть очки на голове или нет, но когда снимаешь, резко чувствуешь, насколько поглощается свет. Очки поляризованные эффект дают ощутить сразу, резко. Сейчас надел очки сверху тонированные, внизу светлые. Значит, картинка, ну, просто потрясающая. Небо еще синее, чем на самом деле. Низ светлый, то есть окружающая реальность воспринимается с гораздо большим красочным эффектом. Да и стоят такие очки 200 рублей. Если в Москве брать, ну, это 600 рублей, считайте, вы купили бесплатно, даром. Так 800, 1000, заходишь в любой гипермаркет, те же самые очки висят, ну, только из Китая, и цена на них в 3-4 раза выше, чем вот я реально покупал. Завтра, наверное, надену зеркальные очки, насколько они. Но глаза, во-первых, не устают абсолютно. Не нужно щуриться, не нужно напрягать лицо. Лишняя нагрузка на нервную систему, усталость и так далее. То есть такие мелочи, вот такие вот, с первого взгляда, чепуховые причиндалы, но они улучшают, делают жизнь, как это в рекламе, изменим жизнь к лучшему. На днях ожидаю еще две посылки, вернее три посылки. Или 4 даже посылки из Китая. Один на планшет, чехол. Вторая посылка. Ну, вот чехол на планшет. Универсальный, но они планшету не очень подходят. То есть или прикрывает видеокамеру, или закрывает динамик, или микрофон. Вот, а на Alibaba, значит, оригинал. Недавно выступал владелец Alibaba. Он сказал, что эти поддельные товары иной раз по качеству выше, нежели от фирменного производства. Bad.
Вот, они дешевле. И качество, но надо там тоже уметь выбирать, у кого выбирать, читать отзывы, смотреть рейтинг продавца, ну, максимально знакомиться, потом уже заказывать. Но не гнаться за самой низкой ценой. На Алибабе там тоже цены варьируются, ну, в пределах, может быть, 50, 100, 200 рублей. Потому что это может быть отремонтированные или исправленные, но уже не новые вещи. Один недостаток — это то, что оплачиваешь сегодня, а получаешь там через 2-3 недели, может быть, через месяц. Но продавец, у которого очень высокий рейтинг, вот, очень много продаж, он обычно отправляет очень быстро, и поставка происходит в течение, ну, где-то 10 дней. Заказал, сын заказывал эти испарители для электронных сигарет. Так они пришли буквально чуть больше, чем неделя. 8, может быть, 9 дней. Это очень быстро, считаю. Но у этого продавца я уже, через меня, вернее, оформляли по 4 или 5 самих сигарет. Они дорогие, там по 4, по 5 тысяч. Плюс испарители трижды заказывали у них. То есть я уже у продавца, скажем так, ну, тем более отзывы я о нем пишу положительные, на особом счету. Поэтому такая реакция, такое вот отношение. Далее за планшета, за чехлом для планшета, это спальный мешок. Но он для весны, для осени. Потому что летом без спального мешка прекрасно можно отдохнуть без проблем. Весной, осенью прохладно в автомобиле, и чтобы не просыпаться от холода, вот, спальный мешок. Я посмотрел, такой дешевенький. Ну, вернее, ну как, дешевенький относительно, на 1500. Но он сжимается до очень маленьких размеров, просто на ладони помещается, чуть больше ладошки. Ну, я говорю, когда получу, сделаю видео об этом мешке, поделюсь своими впечатлениями, ну и возьму поездку, дай бог, дожить до осени. Кроме этого, жидкости, два слова о держателе смартфона на рулевом колесе. Вещь очень удобная. Слегка закрывает обзор панели приборов. Но держится довольно-таки хорошо. Не съезжает, не лозит. Просто нужно иметь в виду, быть очень аккуратным, если вы подзаряжаете смартфон, когда он установлен вот в этом держателе на рулевом колесе. Кабель может намотаться на ось руля. Поэтому нужно так располагать, чтобы кабель был снаружи, а не между рулем и торпедо. Или же во время движения не пользоваться зарядкой. У меня, к сожалению, диктофон включен постоянно, и аккумулятора не хватает.
поэтому вынужден подзаряжать. Как вы, наверное, обратили внимание, торпеду я закрыл черной тканью, чтобы не было бликов на лобовом стекле. Эту же ткань вот черная, которая лежит на торпеде, я использую в вагоне как занавеску, то есть закрываясь от внешнего мира. Ну, основная функция этой занавески, основное назначение, это чтобы на стекле вагона не было бликов противоположной стороны. Ехал из Сочи в Москву на поезде. Вот. Эти блики портили картинку. Мало того, что стекла в большинстве вагонов грязные, наверное, вообще не мою. Вот. Плюс еще блики. Вообще качество видео совсем плохое. Спасибо. Удачи, браток. Многие машины радиофицированы. Ну, это, я думаю, те, кто... Ох, блин, поймал лобовое стекло. Какой-то гадость. Люди понимают, насколько полезно иметь радиостанцию в салоне автомобиля. Если вы еще придумали антенны, ну я, у меня, например, маленькая антенна, она 15 сантиметров всего, вот ее практически не видно. Но некоторые проезжают, 60 сантиметров торчит сверху. Она чем опасна, вот эта антенна с большим, ну, длинная антенна, а то, что ветровая нагрузка на скорости где-то 140, ее просто банально сдувает ветром. Эту антенну магнит не удерживает ее. Я же ставлю, в данном случае поставил ее на багажник сзади. То есть она, это ветровой нагрузки на антенну никакой нет. Тем более она маленькая. Да и стоит она дешевле, чем эта длинная антенна, а разницы между прочим никакой. Никакой. Просто-напросто нужно уметь отстроить антенну. Для этого на антенне есть, с антенной есть возможность это сделать. А на 15-м канале иметь большую мощность нет необходимости. 3 километра вполне достаточно, чтобы быть в курсе всех событий. При больших расстояниях просто теряешься. Трудно понять, где находишься. Да, это жидкость, которую залил
период горла. Ну, скажем так, приятный дёр. Можно так говорить, дёр. В салоне автомобиля много разветвителей, которые необходимы в дальней поездке. Все гаджеты, они быстро разряжаются. Вот у меня сейчас подключены к разветвителям. Обычный навигатор, X-Play, диктофон. Маячок. Ну, про маячок я, наверное, отдельное видео сниму. Он надевается на руку, как часы. Такая маленькая коробочка. Очень нужная и полезная вещь в наше время. Для детей, для пожилых людей. Для тех, кто отправляется на дальнюю поездку. На этом маячке, значит, вместе с циферблатом, ничего, только два светодиода и три кнопки на лицевой панели сбоку. Разъем для подключения питания, USB обычный, потом слот для SIM-карты и включатель самого прибора. Сервис бесплатный. Как называется, сейчас не знаю. Вот. Но вещь просто необходима. Значит, тут можно запрограммировать до 5 телефонов и отправить тревожное сообщение SOS, кнопка SOS, сразу на 5 номеров телефонов. Можно также разговаривать по этому маячку, как по телефону, с этими 5 абонентами. Вчера экспериментировал, слышалось вполне нормально, как-то даже необычно было. Просто мне позвонили, поговорили, пообщались. Вот. Я с сыном разговаривал. Кроме того, сын наблюдает, например, за моим движением, и он может, есть такая функция, прослушать все, о чем я говорю в салоне. То есть примерно до 5 метров вот этого маячка микрофон воспринимает звук и может передавать его на расстоянии. Я при этом даже не буду подозревать. Чем это хорошо? Это для детей, для малолетних детей, которые там в школу или в садик ходят, чтобы контролировать их местонахождение. Визуально вы будете видеть на картах Google местонахождение ребенка, точность там. Точность позиционирования до 1 метра. Вот. В зависимости от режима работы, маячок этот может в автономном режиме работать там, по-моему, чтобы не собрать, до 2 суток. Потом потребуется подзарядка. Вот. Кроме маячка подключен видеорегистратор на случай, если попадутся мошенники. Зарядка идет. Видеорегистратор Акинори основной, который ведет съемку трассы. Радар-детектор Белтроник.
сейчас, в данный момент, подзаряжается смартфон, ну, обычного телефона, с которым я общаюсь, и подключена для подзарядки электронная сигарета. Вот это, да, и радиостанция еще. Вот сколько потребителей напряжения. Вечером на привале, конечно, я все отключаю. Отключаю только, ну, вот этот стеклянный электростакан. Потому что нагрузка будет большая. Вот, и опасаюсь, как бы не выпила. Это работает радар. Где-то стоит гаишник, впереди или сзади, не знаю. Замеряет скорость. Радиус действия, радиус приема до 5 километров. Что спереди, что сзади. Сейчас уже есть в продаже новые радар-детекторы, которые имеют небольшую панель, на которой светится стрелка. И в момент срабатывания на источник сигнала, ну, в данном случае на радар, он просто покажет стрелку, где это находится, спереди или сзади, или сбоку. Очень удобно. Ну, у меня старая модель, ну, не знаю, сколько лет, 5, наверное, уже. И громоздкий он тоже. Так что, если кто будет приобретать радар-детектор, то вот можете это иметь в виду. Звуковая и визуальная информация. Вот я не знаю, он сейчас сработал, радар-детектор, сколько проехали, ну, километр, наверное, не видно. Может быть, это в машине находился у гаишника, не знаю. Факт есть факт. Нет, ну это разметка, конечно, не дай бог, блин. Хрен знает, ты где едешь. По обочине или по полосе. Нет, нужно властям срочно менять эту разметку. Ну, пошел он. Жигуль на обзор, и хрен его знает, встречка идет. Мне пришлось уходить на обочину. Местами обочина достигает 2 метров. Такой.
Если говорить про жилой фонд, там же целая процедура жилищным кодексом предусмотрена.
чтобы перевести из жилого в нежилое и так далее, получить соответствующее разрешение от органов местного самоуправления на то, чтобы в дальнейшем эксплуатировалось это помещение именно под то, под что его перевели в нежилой фонд. Мы-то не можем, вот, не имея информации, у нас жилые дома проверяются там, в лучшем случае раз в 3 года. Вот, а если применять рискоориентированный подход, который сейчас вот будет использоваться, то туда раньше 5-7 лет инспекторы не придет, ни государственного, ни федерального государственного пожарного надзора. И здесь больше вопросов надо задавать органам местного самоуправления, которые органам государственной жилищной инспекции, чтобы вот... Зубайн, насколько они контролируют эту ситуацию? Они могут также нас не контролировать о том, что вот мы вышли, проверили, отработали свои вопросы в соответствии с законодательством, которые... И остались вопросы обеспечения пожарной безопасности. И уже, если мы на наш орган это передать информацию, мы уже будем отрабатывать на соответствии требования пожарной безопасности. Ну а до тех пор, это уже резюмируя нашу беседу, все равно так или иначе получается, что вся ответственность лежит на нас, на граждан. Независимо от того, где мы работаем, чем мы занимаемся, да, то ли мы бросаем бычок ковер во дворе и потом получаем возгорание в близлежащих сараях, прикидывающихся жилые дома, то ли мы предприниматели держим склады, которые действительно не всегда возможно даже и правильно оборудованы, и сложные какие-то химические вещества на них хранятся, которые могут затруднить пожаротушение. Но тем не менее, если мы будем безответственны, то и статистика будет нас радовать. Но тем не менее, хочется отметить еще раз, резюмируя, что цифры пока, по крайней мере, ниже, чем среднегодовые, и, наверное, это определенный повод для оптимизма. Другая маленькая, худенькая, бледная, как видишь, у меня Хану спрашивает. Ты еще несколько шагов. Видишь, он к тому пригодный. Зачем? Снова спрашивает она, прерывающая голову, как будто чего-то спрашивает. Слышишь, идем. Они подошли к пригорку. Садись, говорит Хан. В тишине теплого летнего дня вдали от городского шума завязался разговор. Груня. Знаешь, кто проходит, мир проходит. На бледное лицо Груни ложится тень. Знаю, отвечает она, запустив губу. Он был Сойфер. Благочестивый Сойфер, Груни. Знаю, говорит Груни нетерпеливо. Прежде чем написать букву, он совершал большую наглую ложь. Примерно 2 раза в неделю он, правда, ходил с ним. Он был набожным евреем. Да будет он заступником нашим приколом. Ну не молчи. Молчишь, удивляется Хан. Все равно. Нет, не все равно. Его благодеяние это зачтуется нам. Слышишь? Что ты скажешь на это? Что мне сказать? Значит, пауза. Женщины понимают друг друга. Благочестивый Сойфер умер и оставил в немецкие родственники. Не знаю, больше не выходил, он хотел сдать детям отчима. Сама работала на себя и детей, но счастья не было. Заслуги Сойфера пред Богом не помогли. Знаешь, почему Груни прерывает Хана молчание? Потому что ты грешна. Бледная Груня вскакивает, как ужаленная. Я грешна. Послушай, Груня, он каждый человек. Ты, наверное, знаешь. Может, я не так, что повела себя за город, в реке, в поле. Свежего воздуха на славу Богу не нужно. Видишь ли, Груня, мать, и никто не сказал, повечестил вас. Она должна я буду возмездие Бога. Я не буду сплетничать, из-за меня ты не попадешь в удивные сны. Все останется между нами. Один Бог в небе услышит, не выматывай. Так слушай, коротко и ясно. Вчера вечером, поздно вечером, я возвращалась с вокзала, и на горке сидела твоя Миру. Одна? Нет. С кем? А я знаю, в шляпе, даже в цилиндре.
он целовал ее в шею. Она смеялась и грызла конфеты. Я знаю. Отозвалась Буня за могильным голосом. Уже не в первый раз. Да? Это жених? Нет. Ты молчал? Да. Буня. Но сейчас Буня уже спокойна. Что мне тебе расскажешь, говорит она резким голосом и, схватив Хану за рукав, заставляет ее снова сесть. Слушай, продолжай она. Я все тебе расскажу, и один Господь в небе будет слушать нас, а ты снова сел. Когда мой муж умер, начинает Груня. Как это ты так говоришь, Груня? Как же мне говорить? Из душевной памяти, память, все равно представился или умер, похоронил его. Бортом плюс 32.
Только что по радио парень интересовался, как доехать до Сочи. Вот на видео Москва-Сочи, там, если бы он посмотрел эти видео на ютубе, послушал комментарии, я там показал и рассказал, что от Туапсе до самого Сочи, ну, там дело швах, со слов мойщиков, там где мыл автомобиль других людей, пробки там просто бывают кошмарные. Но вот он решил на своем автомобиле до Сочи. Говорит, поедет ночью, в ночное время. Ну, так все размышляют, все так думают, что днем движение там забито, ночью просторно, свободно. К сожалению, это не так. У меня сосед собрался на дачу в пятницу. Я говорю, не поеду вечером. Все поедут на дачу, поеду ночью. Потом я с ним разговаривал, как. Такой, говорит, пробки, какая была ночью, я, говорит, давно, говорит, не видел. Все так размышляют, и алгоритм мышления у многих совпадает. И в итоге получается то, что много потеряно времени. Ну а что ехать в Сочи на своем автомобиле? Лично я ни за что бы не поехал. Во-первых, до Сочи доехать не очень легко. То, что там вот от Туапсе до Сочи дорога по одной полосе в каждую сторону. Это раз. Во-вторых, в Сочи специфическое движение. То есть горячие люди, темперамент, все это выплескивается на дорогу. Пока я там стоял в течение часа, ждал человека, которому передать автомобиль, на перекрестке дважды возникали аварийные ситуации, и дважды чуть до драки дело не заходило. А в летнее время, знаю, парень поехал, наверное, в общем, ни за какие ковришки он сюда не поедет на своем автомобиле в летнее время. Конечно, я ему желаю удачно, без проблем добраться, но на своем автомобиле в летний период я бы никому не советовал. Спокойно, на поезде. Взяли билет, вот, вагоны двухэтажные, на второй этаж, там и билет стоит дешевле, как мне показалось, более комфортно.
туалетов, там, по-моему, 4 в двухэтажных вагонах. То есть с комфортом, без нервотрепки можно доехать до Сочи. При необходимости там уже на месте можно взять автомобили. Но уверяю, приехав туда, я знакомлюсь с ними 6 с дорожной обстановкой. Вряд ли кто пожелает брать автомобиль в аренду. Спросил, есть ли у него интернет с собой в автомобиле, но он уже был недоступен, то есть или далеко отъехал, или опустился в лошпину туда. Я вот за эти полтора месяца, пока был не у дел, период реабилитации, полазил по интернету и нашел, я уже говорил об этом в предыдущих сериях, два сайта, на которых люди подробно, с академической точностью и логичностью рассказывают о том, как организовать поездку во время отпуска, что брать с собой в дорогу, какая экипировка, когда выезжать, как прокладывать маршрут, сколько времени находиться в движении ежедневно. Вот я запомнил такую фразу 4-1, то есть 4 дня движения по 200, по 500 километров и один день полностью отдыха, вообще не подходить к автомобилю, не садиться за ворот. Если кому интересно, напишите мне, я дам ссылку на эти, на два сайта. Человек ждет целый год. Передвигаясь по России, я обратил внимание, что деревья ни с того ни с сего среди зеленых стоят совершенно погибшие, сухие, без верхушек. На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, там понятно, там вечная мерзлота, 1,5-2 метра, и там лед. Почему же в средней полосе, вот сейчас мы проезжаем, наблюдаем, справа и слева березки стоят погибшие. А все оказывается просто. Недавно, вот, час тому назад, проезжая разрез, видно было, что только сверху небольшой плодородный слой, а далее, ну я не знаю, как это называется, известняк или еще что. То есть корни деревьев доходят до этого беспочвенного, бесплодородного слоя, упирается вот бесплодную такую почву и погибают. Почему не принят такой статистик вопроса межбюджета в отношении России на основе поручения президента Владимира Владимировича Путина в Самарском регионе? Об этом сообщил губернатор Николай Иванович Бельмошкин на международном экономическом форуме в станции Сергуевск.
автомобильный стоп, они страховать и контролируют точку. У нас недавно есть все микробиологические, паразитологические показатели. Из них 5 групп воды не соответствуют гигиеническим нормативам, и они относятся к детям пляжам. А именно в озеро Сокулино, в озеро Сокулино, в Новокольном месте, прийти к результатам, что не в районе 20. Thank you.